С целью дальнейшего развития информатизации здравоохранения необходимо шире внедрять автоматизацию различных услуг и уровней оказания медицинской помощи. Как уже отмечено, с 2018 года будет доступен личный кабинет пациента, который предоставит гражданам онлайн доступ к информации о состоянии своего здоровья. Уже сегодня через портал ЕГОВ есть возможность прикрепиться к поликлинике. Мы будем эти услуги расширять, в том числе посредством возможности использования мобильных приложений через личный кабинет пациента. Личный кабинет создан на основе электронного паспорта здоровья, и к 2020 году планируется охватить все население республики электронными паспортами здоровья, которые будут накапливать себе всю информацию о здоровье пациента из медицинских информационных систем, то есть где бы пациент ни посещал с момента рождения, уже в цифровом режиме эти данные будут накапливаться, начиная со следующего года, и к 2020 мы всех охватим.